Большой семье с обедом лучше не затягивать. Такой вывод можно сделать, глядя на кадры, запечатлевшие жизнь львиного прайда. Хищница, отбившая от стаи антилоп беспомощного детеныша, видимо, решила для начала поиграть с ним. Причем малыш, недооценивая серьезность ситуации, даже пытался львицу забодать. Игры большой кошки привлекли внимание одной из ее многочисленных родственниц, которая тоже оказалась не прочь закусить. Но первая львица, рассудив, что один на два не делится, вступилась за добычу.